Как построить город мечты? Такой вопрос задали студентам детского университета КФУ на лекции в минувшее воскресенье. Мнения юных студентов по этому вопросу во многом совпадали, но каждый представляет город мечты чуточку по-своему. Чтобы в каждом городе была свежая, чтобы машин не было, только одни велосипеды, ну, чтобы животные жили, птички в домах всякие, чтобы деревья росли везде. Ну, чтобы в будущем появились роботы, чтобы человек мог ими управлять. Ну, чтобы метро появилось, летающие поезда, летающие машины. Ну, мне кажется, что он должен быть, во-первых, экологичным, в нем должно быть больше деревьев, должны быть вот, автомобильно-воздушные подушки, чтобы они не выбрасывали окружающую среду отходов. Город воображения. Природа должна быть хорошей, не загрязненной. Среди других тем, которые подняли в детском университете на этой неделе, чем себя занять и геймер 1, геймер 2, что дальше, на которые разобрали смысл игр и что стоит за ними. Студенты с нетерпением ждут новых лекций. Лилия Равилова, Алена Липина, Руслан Уразаев, Универньюз.